Привет, мужик, на связи Шамшурин. И вот сейчас хочу тебе сообщить следующее, что ты можешь задавать мне вопросы, теперь у тебя появилась возможность задавать мне вопросы. Я вот, честно говоря, иногда ломаю голову, на какую же тему снять видео, да, для тебя и там, для всех остальных. И мне просто темы иногда в голову не приходят какие-то интересные. Вот. Но при этом довольно часто задают вопросы ВКонтакте, там, в комментариях под видео. Там, какие-то, что делать, если то-то там, или а как вот это, или так далее. Итак, смотри, для того, чтобы тебе было проще, чтобы ты получал ответы на свои вопросы, для того, чтобы мне было проще не придумывать темы для видео, делаем так, то есть теперь под каждым моим следующим видео, которое появляется, неважно, видео это где что-то рассказываю или видео с подходом, ты задаешь мне вопросы. То есть ты в комментариях пишешь, что бы ты хотел узнать. Но не надо задавать какие-то тупые вопросы, а-ля там, какой девушке лучше подходить, к брюнетке или к блондинке, там, или еще что-то там. Не знаю, как мне долго не кончать. То есть не надо спрашивать. Какой-то бред спрашиваю по существу. И желательно, чтобы твой вопрос был довольно развернутый. Не просто там в двух словах, а именно описываешь какую-то ситуацию, что тебе непонятно, и, соответственно, задаешь вопрос под моим видео. И в одном из следующих видео я обязательно буду отвечать на самые интересные, самые адекватные, назовем их так, вопросы. И так будет теперь продолжаться всегда. Можно сказать, что это видео, которое ты сейчас смотришь, оно называется «Вопрос-ответ». То есть ты задаешь вопросы и получаешь ответы на свои вопросы. Итак, жду твоих вопросов в комментариях и, соответственно, увидимся и услышимся. Пока!